Неужели они считают, что хоть кто-то верит хоть одному их слову? Наверное, им нет до этого дела. И уж точно им нет дела до страны, которой они вроде бы должны руководить. Это очевидно. Они перестали даже делать вид, что каким-то образом улучшают жизнь американских граждан. Куда проще орать американцам об улучшении жизни всего остального мира. Вот почему им это так нравится, переключается внимание. Окасио-Кортес может чувствовать себя героиней, предлагая бесплатную медицину сальвадорцам. Человек, никогда не работавший, раздает чужие деньги. Обогащая иностранных граждан, Окасио-Кортес может не беспокоиться об американцах, жителях Куинса, чьим представителям и помощникам ей положено быть по должности. Очевидно же, что о них она не беспокоится. Вы бывали в ее избирательном округе? Вы бывали в Детройте, или в Нью-Йорке, или в Окленде, или в Гэри, штат Индиана? Вот реальные города, которыми управляют демократы. Предполагается, что они должны их улучшать, но эти города не стали лучше, по крайней мере, за 50 лет. Они стали гораздо хуже. Но власть имущие не задумываются над содеянным, и уж тем более не просят прощения, они просто идут дальше. Они направляются в Афганистан, или в Ливию, или в Сирию, а теперь и в Сальвадор. Мы надеемся, что добрые люди Центральной Америки готовы к гуманности и состраданию по версии Демократической партии. Почему бы им не съездить в Балтимор, чтобы посмотреть, как это выглядит на деле? В 2018 году город Балтимор превзошел по числу убийств государства Сальвадор. И если уж на то пошло, такие страны, как Гондурас, Гватемала и даже Афганистан. И никто не призвал Федеральное агентство по управлению в чрезвычайных ситуациях на помощь, а стоило бы. Никому из жителей Балтимора не предлагали убежище в Сальвадоре. И, кстати, если предложат, им стоит всерьез рассмотреть это предложение, потому что жить с МС-13 гораздо безопаснее, чем жить в Балтиморе. И уж гораздо безопаснее было бы уехать в Гондурас. В 2018 году в 30 из 298 муниципалитетов Гондураса не было зарегистрировано вообще ни одного убийства. То же самое в Гватемале, и даже здесь, в Сальвадоре, в 14 муниципалитетах зафиксировано 0 убийств. Огромный прогресс по сравнению со многими нашими городами. Вот идея. Если вы говорите нам, что некоторые районы Центральной Америки настолько опасны, что преступность следует считать гуманитарным кризисом, а именно это и утверждает администрация Байдена, почему бы тогда просто не перевести сальвадорцев, гондурасцев или гватемальцев в более безопасные районы их собственных стран? Такая мысль вообще приходила в голову кому-нибудь из профессиональных торговцев состраданием в администрации Байдена? По-видимому, нет. Вместо этого, по жестокой иронии судьбы, они поощряют всех молодых, целеустремленных людей в Сальвадоре, не имеющих семейных сбережений, уехать из страны на север, мыть нашу посуду и стирать наше белье. Ну и где в этой программе сострадание? Разве это не эксплуатация народов Центральной Америки? Чем это полезно Сальвадору? Не полезно. На самом деле, это похоже на план McKinsey и Company. Это гротескно. Во имя урегулирования международного кризиса, они, как обычно, еще больше его усугубляют. Сигнал, который администрация Байдена подала Сальвадору и соседним странам, не мог бы быть прозрачнее. Границы больше нет, мы ее стерли. Приходите к нам. И люди в регионе это услышали.